Окей, ребята, привет, я Дима, мы с вами продолжаем проходить последнего Махараджи, это DLC к Assassin's Creed Syndicate. И чего-то он меня бесит вообще стоит здесь. Не должен он меня бесить. Короче, вот оно задание. Карты на стол называется. И, кстати говоря, рекомендуется 8-й уровень. Так что я был прав, действительно, нужно игру сначала пройти, ребята, чтобы комфортно играть в этот DLC. Ну, я, по крайней мере, вам советую так поступить. Озадаченный, опечаленный и разозленный Далип сам взялся за поиски Бринли Элсворта. Ну, глянем, к чему это приведет. Джейкоб Холмс готов. О, рад видеть. Похоже, сегодня его высочество немного выжил из ума. Вы были правы, это наш шанс. Да. Нам нужно устроить переполох. Выманить остынскую компанию и тамплиеры. Каким образом? Рискуя своей жизнью? Что делать? Надо, чтобы Элсворт засуетился. Нам нужно выманить его. Я сделаю это в любом случае. Я устрою спектакль, а вы их отделаете. Ну, это не проблема. Вообще так-то да. Четыре тамплиера для меня вообще не проблема. Для Джейкоба Фрая. Прошу прощения, для Джейкоба Холмса. Я слышал, что тамплиеры слабаки. Такая тупая провокация. И они повелись. Вот, кстати, с учетом того, что здесь полно. Полно огнестрела, то в реальной жизни его действительно могли бы просто... Просто-напросто застрелить. Троих, одним махом. Надо было четверых, на самом деле. Или в итоге четверых загасили. Или в итоге четверых загасил. Я так и не понял. Я не знаю, почему треугольник не работал. Я не мог застрелить никого. Передай сообщение Элсворту. Все что угодно. Все что угодно. Щекло. Я встретил с ним сегодня на кладбище Ламп. Хотя я тоже испугался. И пусть приходит один. Это какие-то безумцы раскидывают просто твой отряд. Я бы тоже обоссался. О, смотри. Там еще тамплиеры. Что происходит? На кладбище Ламбета. Он будет не один, я уверен. Ну окей. Может, этих убьем? Сука, скройтесь от преследующих тамплиеров. Иди сюда. Я сомневаюсь, что кто-то из вас отсюда живой уйдет. Ну вот и все. Очень успешно мы с вами убежали от погони. Очень успешно. И, как я и говорил, не очень-то удобно было сейчас драться, потому что... ну, потому что я был весь в мыслях о том, что у меня не работает управление. Поэтому мозг постоянно отключался именно на эту тему. А почему я думал так? Потому что управление действительно не работало. Меня игра, точнее, заставила так думать. Она отключила мне это управление до тех пор, пока не уйдет Далип. И тамплиеры не нападут на меня. Когда я хотел сам атаковать их, игра мне не позволяла этого. И когда я хотел выстрелить в них из пистолета, она мне тоже этого сделать не позволяла. В общем, напугала она меня знатно. Идем к Иви, бежим к Иви. Классная махина. Так, вообще надо было на ту сторону метнуться. Ну ладно. Я думаю, мы здесь можем где-то подняться, повернуться. Но все-таки круто очень прорисовали город. Очень круто, мне нравится. Опа. Зих, ты чё слышь? Успокойтесь. Привет, Иви. И правда переполох. Он спятил. Генри был прав. Он не спятил. Он хотел что-то сделать, поступить по совести. Ладно, забудь. Дальше я сама. Как скажешь.
А я пойду пропущу пару лет. Джейкоб Холмс отошел от дела. Иви Фрай вновь в игре. Так, ладно, забудь, дальше я сама. Очень странно, когда нужно все-таки напасть с отрядом, идет Иви. Ну, бредово они как-то разделяют, да, роли? Когда нужно стелсить, идет Джейкоб. Что за разделение ролей? Они что, не видели свою прокачку? Не поднимите тревогу. Убейте 20 тамплиеров, не подняв тревогу, да? Я ожидал Джейкоба, но очень рад, что пришли вы. Он думает, вы спятили. На-на-на-на-на-на-на-нам. Он же увидит трупы и сюда придет, да? Нет. Нет, он этого не сделает. А еще я сломаю этот сраный колокол. Бдздынь. Бдздынь. Тише будьте. Ай, бляха-муха. У нас посторонние. Кажется, косяк. Поднял пока что. Правильно. Так что не смотрите на меня криво. Тревогу я еще не поднял. И не подниму. Да, действительно у меня получилось. Но осталось еще пятерых убить. Так, здесь тоже тревогу не поднимет никто. Я буду обыскивать, потому что я очень потратил много дымовух. Здесь вот прям сразу я очень многих обыщу. Нет, здесь я никого не обыщу. Почему-то. Очень странно, почему. Здесь трупы все исчезли вообще, в принципе. Так, еще один колокол. Еще один колокол. Ладно. Еще один колокол. А в принципе, мне нужно 5 противников. Здесь их 2. И там их 3. Вот тебе и 5 противников. Ты не уйдешь на своих ногах! Что, ты о колоколе думал, да? Что-то пошло не так, дружище. Что-то пошло не так в твоем плане. Позвонить в колокол. А, тара-ра-ра-ра-ра-ра-ра. Давай, давай, давай. Здесь эта чертова девица правильно. Проблема. У нас посторонний. Тише быть. Мы за тобой! Да нет, надо было троих убивать. Троих, говорю, надо было убивать, но...
свои ребята. Нас можно было бы нанять, наверное. Так, Далип. Я тут 20 человек порезал. И ни одного пятнышка на белом платье. На белом... А на белой одежде. На белой робе ассасина. Что на мне? На белом плаще хотя бы. Да, это мне поможет, спасибо. Он тут. Я поговорю с ним. Серьезно? Это бред, да? Я должен это сделать и должен быть один. Спрячьтесь. Нельзя, чтобы он увидел вас. И что ты ему скажешь? Я убил 20 твоих солдат. Вы не сможете убегать вечно, ваше высочество. Выходите. А, это бред, Далип. Я думаю, ему не надо было идти туда. Я не так глуп, как был когда-то Синх. Я бы не решился прийти сюда один. Учитывая, каких друзей ты завел. Я один, Элсвард. Зачем же так? Тебе никогда не стать свободным человеком. Ты просто трофей. Голова над камином. Окей. Из-за тебя и так слишком много проблем. Надо было быстрее заниматься этим, что-то я залипал на охрану. Представь, что начнется, если узнают, что убит единственный сын Раджина Синха. Нет, 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 меня заметили. Фак. Я знал, что ты лжешь. Это была плохая идея. Я не знаю, как он меня заметил, но он меня заметил. Союзник погиб, десинхронизация. Да, 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 косяк. Извиняюсь. Простите, надо было обходить с другой стороны. Я видел, что они смотрят в сторону этого здания, на которое я залез, в сторону этого собора, но все равно почему-то решил пойти именно тем путем. Почему загрузка идет от имени Джейкоба? Если там должна быть Ивиню, что с самого начала все пойдет. Это я сомневаюсь, конечно, но... Из-за того, что в загрузке у нас Джейкоб, теперь, конечно... У меня есть сомнения. Сейчас посмотрим. Иви или Джейкоб? Загрузка или откат? Ближайшая загрузка или дальняя загрузка, так скажем. Сохранение даже, а не загрузка. Да, ближайшая. Отлично, хорошо. Так. Итак. Слева обходить будем. Давай бегом сюда. Тебя никогда не стать свободным. Давай. Голова над камином. Из-за тебя и так слишком много проблем. Я не могу выйти. О, вышел. Это было очень странно. Убьешь меня, тебя станут искать. Представь, что начнется, если узнают, что убит единственный сын Раджина. Это ничтожество! Как? Я знал, что ты лжешь. My bad, ребят. Дали, прости. Ой, легкое же задание. Ну что такое? Знаете, почему я сейчас накосячил? Потому что через орлиное зрение я подумал, что враг ко мне спиной стоит, и поэтому слева начал обходить со стороны спины. А он, сука, прям на меня в упор смотрел. Вообще ни на секунду я не подумал. И опять у нас почему-то Джейкоб на загрузке. А, по крайней мере, сохранение ближайшее и... Есть шанс попробовать еще раз. Блин, ну что за косяки? Косяки. И Далип, кстати, был действительно прав. Ни в коем случае нельзя дать понять нашему врагу о том, что он здесь... Далип, я имею в виду, не один. Так что давай пробовать. Давай, все. Все, сейчас точно у нас все получится. Уверен на 100%. Ход я правильно выбрал, мне кажется. Раз, два, три, четыре. Элсвард. Давай.
Из-за тебя и так слишком много опять проблем. Опять выйти не могу. Время положить этому конец. Убьешь меня, тебя станут искать. Представь, что начнется, если узнают, что убит единственный сын Раджита Сингха. Нас не видно. Думаешь, они помнят тебя? Ты прав, выпотрошу. Да бляха-муха, как ты заметил ты меня, слышишь, урод? Я как? Знаю, что ты лжешь. Вы понимаете, стелс у Иви прокачан просто дичайше круто, классно. Она сейчас спряталась в тени, Алфред говорил с Раджипом, с Радсингхом и этим самым, да, Махараджа. И все равно заметил ее. Как это, блюка? О, глазастый парень, а! О, глазастый! С каждым разом мы все ближе к цели. С каждым разом мы убиваем на одного охранника Элсворда больше. Это дает мне пищу для размышлений. Скажем, в этой серии, ой, в этой попытке я убью троих. А возможно, каждая попытка... То есть первые две попытки были по одному, и во второй попытке должно быть два раза по две. По два противника. Чё я несу? В общем, я не знаю, если я вам совсем еще голову не затуманил, то... Попробуем. Будем все-таки рассчитывать, что я был прав. И я убью в этой попытке всех троих охранников. Тебе никогда не стать свободным человеком. Ты просто трофей. На. Теперь выходим. Погнали. Это было очень странно, друг. Фу, господи. Думаешь, они помнят? А, тебя? Вот, он в эту сторону просто ты пошел. Пропащая душа. Монарх, который оставил свой народ. Тебе надо ты увести его. Что? Уведи мы его. Были добрыми друзьями. Друзьями? Уведи ты его. Ты был всего лишь игрушкой. Пленником в одеянии принца. Тебе повезло, что ты жив. Если честно, я удивлен, что тебя не убили. Я не убил. Элсворт, с меня хватит. Бесит. Не получилось. И охранник жив. Нет, не нужно. Но убить трех охранников это было условие дополнительное, мне кажется. Он убьет вас! Поэтому меня сюда и прислали. Давай! Я не откажусь от своей миссии. Я не допущу этого. Что ты делаешь? Логинс, компания. Все хотели, чтобы ты замолчал. Убьешь ты меня или отпустишь? Тебе не избежать уготовленной участи. Ты так и не узнал ничего об Индии и о нас. Убивать тебя? Этого я делать не буду. Иначе буду ничем не лучше жуткой компании, на которую ты работаешь. Ты умрешь так же, как жил Сингх. Ты навсегда останешься военным трофеем. Мы похороним тебя здесь, в Англии. Третий охранник один хер ничего не сделал. А я три раза промазал. И не понимаю, почему наш противник не застрелил Сингха после того, как услышал первый выстрел. В общем, все получилось очень коряво. Прошу очень меня простить за это. Я в неоплатном долгу перед вами. Рады помочь. Боюсь, действовать так же, как прежде, я не смогу. Все-таки я не ассасин. Хотя и пользовался вашей помощью. Это империя. Это земля, мой народ. Моя смерть не главная проблема. Я должен посвятить этому жизнь. Вернуть Индию, мою родную страну, на карту. Вернуть ее народу. Это долгое и утомительное предприятие, но это мой долг. Пусть даже я погибну.
Конечно, ваше высочество. Но если вдруг передумаете, вы знаете, где искать. Конечно. Благодарю, ассасины. И чё, всё по идее, да? Не поднимите тревогу. Я не понимаю, а чё было тогда вот насчёт этих трёх охранников? Мы типа выполнили дополнительные условия. Я думал, эти про трёх охранников эта тема была дополнительная. В общем, бред какой-то произошел. Кориановые, обсидиановые кукри мы получили. Я так полагаю... ну, давай сейчас посмотрим на обсидиановые кукри. Я так полагаю, миссии закончились для него. Я думал, две серии... Ну, я думал, две миссии в этой серии будет. Я реально ожидал, что две миссии еще у нас остались. Но оказалось, что нет, смотри. Обсидиановые кукри получше. У нас сейчас вот этот, но не улучшенный. Давай, я возьму обсидиановые кукри. Все-таки 10 тысяч стоит, херне. Я посмотрю, а также улучшение. И вот, вкачаю. Да, у нас будет обсидиановый охренительный кукри. Так, у нее и так классное оружие. Накидка мне не нужна. Костюмы у нее тоже здоровские, суперские. Шао Цзюнь, ночной ястреб. Прекрасная лей... Ох, ох, какой красивый. Авелина де Грамхре, Элиза, Плащ Беладонна, Гида, Леди Малины, Мелины, прошу прощения, Мастер-Ассасин, Защитник, Военная форма, Костюм Иви, Ночной Ястреб, Шао Цзюнь, Доктора Дэниелса. Смотри, стимпанк костюм, вот это с DLC тоже, по-моему, бесплатных. Вот этот и вот этот, одеяние прекрасной леди. Урон в рукопашном бою уменьшает урон, получает стрелковое оружие. Урон, наносимый кукри на 10% тоже увеличивает. А, нет, не тоже, а просто увеличивает все остальное уменьшение урона. Красивое. Давай. Просто проверим. Какая... Роковая Иви Фрай. Опа. С белым плащом довольно странно выглядит она, конечно. Я белый плащ, конечно, могу поменять. Ну, в общем, такой здоровский костюм. Мощеный, я бы сказал. Я поменяю обратно его, потому что этот костюм может быть у каждого, кто купил DLC. А вот для этого костюма все-таки нужно попариться немножечко. Вот, поэтому она будет в этом костюме. Ну что ж, дай-ка я посмотрю, реально ли закончились миссии у Синха. То есть, если бы мы все-таки не вылетели в предыдущей серии, то предыдущая серия стала бы финальной. Но да, закончилась, действительно. Ладно, спасибо. Последний Махараджа на этом завершился. Мы прошли это DLC. По поводу остальных второстепенных задач я еще подумаю. Скорее всего, это все-таки будет стрим, потому что... Ну, потому что, короче говоря, стримы вы смотрите охотно, а такие ролики неохотно. Вот, простое объяснение. Вот, когда это будет, не знаю, следить за каналом, увидите анонс, перейдете на Twitch, увидите стрим. Спасибо вам большое, что были со мной. Дай-ка я восполню здесь все. Да, хорошего настроения. Помните, сейчас все окей, а дальше, ребята, круче.